Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. А вы когда-то задумывались, как же выглядела самая первая версия стендоффа, когда еще жили динозавры? Очень-очень давно. Какие же это были режимы, какие же это были карты и что там вообще было? Прямо сегодня я вам все это покажу, потом присаживайтесь поудобнее. Обязательно лайкусик, подписочку, чики-бомбони, поехали! Ну и куда же без подарочков? Я же не жаден, а говядина, зеленый огурец. Пацаны, кто очень на халяву, вот эти вот тычки. Вам надо прямо сейчас прожать лайк, подписаться на мой канал, написать любой хороший комментарий. И самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. Я это буду проверять. Всем желаю удачи. Ну что же, ребят, я чики-бамбони, поехали. Короче, вот так вот раньше выглядела статистика. Да, я согласен, она выглядела реально страшно. Нет, она даже выглядела страшно. Она выглядела как самая стрёмная девочка в классе. Ну, а ничего страшного, тем не менее, это уже было что-то, ребят. Это было примерно 3 года назад. Вот именно 3 года назад, когда ты нажимаешь на статистику, вот так вот она выглядела. Не было ни мема, не было ни союзников, ничего не было. Вообще никого не было. Как же раньше начиналась игра? Вам всем интересно? Вы нажимаете кнопочку «Играть», и игра начинается. Ну а прикол в том, что нам надо было ждать минуты, наверное, 2. Поэтому мы, ребята, с вами ждать не будем. Мы нажимаем кнопочку «Отмены». И давайте-ка мы вместе с вами лучше откроем Origin боксик. Вы не поверите. Раньше, ребята, раньше не было таких богачей, как НТПК и зажравшихся ютуберов. Раньше все были бедняками, и даже боксы. Это было что-то с чем-то. Можно написать в ютубе, и вы не поверите. Там реально есть типы, которые снимали открытие боксов, и они у них набирали очень много просмотров. Ну ладно, ребята, давайте же мы вместе с вами откроем один Origin боксик и посмотрим, какое же было раньше страшное открытие Origin боксом. Ну и еще мы откроем с вами один Origin кейсик. Так, ну что же, поехали. Вы готовы? Я не слышу, вы готовы к мега-открытию Origin боксика? Это вы, да, там богачи, для вас Origin кейсик это пыль. Ребят, посмотри, какой раньше был осмотр. Вот, вот, что раньше люди открывали. Никто, ребят, кейсики не открывал, никого денег не было. Вы посмотрите, АКРТХ. Он, кстати, и раньше был очень крутым, и сейчас он очень крутой. Так, ну что же, какая же это некрасивая анимация открытия Origin боксика. Ну, ребята, что раньше, что сейчас, с боксиков падает одна какаха. Кланов, естественно, не было. Вы спросите, почему не было кланов? Да просто вот не было. У нас был только один режим под названием командный бой. То есть ты нажимаешь кнопочку играть, нету ни выбора карты, нету ни выбора режима, ничего нету, просто играть и поехали. Зато была обучалка такая же самая, как и сейчас. Ну что же, мы, ребят, конечно, пропускаем обучалку, выбираем команду Терра и чики-бамбони, поехали. Вы спросите, КентПК, это что такое? Кентный софтер? Не-не-не, ребят, спокойно, спокойно. Это, ребята, карта под названием The Bust 2. Вы спросите, почему это Bust? Есть в КС карта The Dust. Ну, разработчики типа не плагиаты и решили ее назвать The Bust. Но мы-то знаем, ребята, что они наглые плагиаты. И потом в будущем мне эту карту удалили, потому что... Ну, потому что Valve сказали... Аксельболт, вы чё? Вы у нас карту стырили? Они такие, да не-не-не. И удалили ее. Так, ну что, ребята, давайте смотреть, что же мы тут видим. Мы тут видим максимально страшный прицел, который раньше никак нельзя было исправить. Вы посмотрите на этот прицел. Ребят, не знаю, как вам, мне уже плохо. Выбор оружия. Что у нас тут есть? В принципе, все как и сейчас, только на данный момент поделили, например, АКР-12 только за Т, а М-16 только за ГТ. А раньше ты мог купить хоть за Т, хоть за ГТ, все что угодно, то и покупай. Ля, какой огромный прицел, ребят, даже слепой бы его видел, наверное, да? Прицел такой, что вряд ли вы промахнетесь. Так, ну что, ребят, мы обратно меняем сторону, давайте немножко осмотрим эту карту. И осмотреть мы ее будем именно с Дигла и АВМчика. Ой-ой-ой, ребята, вы посмотрите, ля, ребята, отдача, конечно, раньше была просто капец. Вы посмотрите на этот Дигл. Дигл реально занимает весь экран, особенно когда перезарядка. Чекайте, вообще ничего не видно из-за Дигла. Почему его сделали таким большим? Для меня это большой-большой секрет. Посмотрите на отдачу от Авика. То есть это не я веду. Это такая отдача. То есть ты стреляешь, идет колбасит влево-право, как будто ты на дискотеке хардбас танцуешь тикток. Ох, вот это да, конечно, ребят. Как же хорошо, что я жив в 2022 году, да? Я, ребята, нашел секретное видео секретного тестера. Да, ребята, это Сильстоун, и мы по нему бегаем, да! Я просто в шоках. Да, ребят, это самая первая версия карты Сильстоун. Вы посмотрите, как же много разных багов. Ядрить, колотить, да-да-да-да-да.
Я просто не верю, это Сэндстоун. То есть ты просто можешь взять, запрыгнуть наверх и обижать всю карту. Ядрить, колотить, ребята. Вот это я понимаю. Вы посмотрите, какая раньше была щель. То есть ты можешь просто только пробежать на мид. Это ящик, то, что на миду. Немножко подкрысить, и все будет видно. Ребят, я извиняюсь за качество, потому что это видео было снято на калькулятор. Так, а это у нас проходик на Plant A. И вы посмотрите, как же много всего у нас на Plant A. Ха-ха! У нас вообще ничего нет на Plant A. Просто пустота. Черная дыра, ребята. Илон Макс, ты где, брат? Ядрить, килотить, ребята. Да, это Plant A. Нашей с вами любимой карты Сэндстоун. Вообще ничего нету, пустота. Просто один поддон, два ящика и все, ГГВП. Ну что же, ребята, и чтобы понимали, раньше даже не было апарта. То есть в апарте нельзя было подняться. Так, ну что, давайте посмотрим, а что тут у нас, ребята, по темочке. По темочке. Ну, в принципе, все как обычно. Смотри, как дверь была открыта. Вы видели, как дверь была открыта? Нифига себе, сказал я себе. Вау, ребята, вот кайф. Так, а вот это проходит с мида на Plant A. Это, кстати, очень прикольный проходик. А тут, ребята, вы можете с дома запрыгнуть сюда справа на террасу и с этой террасы всех мочить. Блин, как же это прикольно. Также с этой террасы вы могли просто выпрыгнуть за карту. Блин, ребят, что раньше было куча багов, что сейчас, походу, разработчики не спешат ничего фиксить. Ля, просто можно было, ребят, бегать по карте. Вот так вот на краешек забрался, и все, ты уже чики-бомбони можешь по крыше карты бегать. Зашибись, ребята, я, конечно, в шоках. Ля, вот это имба, вот это имба. Поднялись на крышу, чики-бомбони, и видим всю карту. Ребят, ну что, прикольно было бы, да? Ставьте лайк, если хотели бы, чтобы эту карту можно было поиграть сейчас, чтобы можно было так залезть на крышу и всех перемочить, и чтобы все писали, Кен, ты читер. А ты такой, да нет, братва, я не читер, я просто немножечко бага-юзер. Ну, кстати, да, сейчас бы за это забанили. Это раньше можно было лазить вот так вот, да? Сейчас, если ты куда-то залезаешь, что-то бага-юзишь, это сходу бан. Блин, ребята, это у нас спаун КТ. Он очень прикольный, очень большой. И я скажу честно, как же раньше было круто. Можно было просто залезть на карту и все бегать. Не, ну ясен пень, для ММ это было бы плохо, потому что все бы залезали, все бы бага-юзили. Ну, просто так побегать с друзьями, пофаниться, поугарать, там, в какие-то прятки поиграть. Это было бы, ребят, самое топ. Поэтому ставьте лайк, если хотите старый Сэндстоун. Ну, хотя бы, чтобы можно было в него поиграть. Я думаю, так было бы очень-очень прикольно. Ля, пацаны, просто посмотрите. Мы тупо как какой-то паркурист, как Ямакаси. Просто запрыгаем куда угодно. У нас нет никаких барьеров, нет никаких невидимых стен. Просто, ребят, прыгаем куда угодно, делаем что угодно. Просто, вот так, опа, наш пана, мы уже тут. Ядрить, колотить, ребят. Вот это я понимаю. Вот это классный был Сэндстоун все-таки раньше. Ну, а прямо сейчас мы, ребята, увидим с вами самую первую версию карты Зона 9. Да, это Зона 9. Вы спросите, а почему все так быстро бегают? Неужто было кастомное лобби? Не, ребят, ну просто я нашел видео. А тут автор этого видео включил его на скорости X2. Потом почему? Ничего. Будем смотреть с вами немножко все в ускоренном режиме. Так, ну что же, погнали, ребят. Это у нас проходик на Plant B. Ядрить, колотит уже типуля, бежит. Давай, лови машину, давай, до свидания, Вася. Домой. Ничего себе. А и справа был проход закрыт. То есть раньше на Plant B можно было пройти только двумя методами. И все, вы посмотрите. А вот это была респа, ребят. Да, это респа КТ. То есть ты уже пробежал чуть-чуть, и ты уже на пункту Б. Ничего себе, какие же раньше были маленькие карты. А это же Plant A. Какая маленькая карта, вы чё? А посмотри, кстати, на анимацию. Посмотри, какой дымок идет, да, когда идут выстрелы, какой идет дымок. Какой же он некрасивый. Ну что же, ребята, попыточка номер два. Там справа была комнатка, там где были компьютеры. Что же мы тут видим? Уважаемые, а ну кто на нас, кто на нас? Да, то есть буквально прошло сколько? Секунд 5 с начала раунда. И уже, ребята, идет жесткий замес. А все из-за того, что два респа находились прямо рядышком друг с другом. И карты были очень маленькие. Это сейчас зло 9, ого, какая большая, как мой Джиджун. Ну а раньше была, ребят, очень маленькая. Ну что же, ребята, в принципе, это все. Если хотите получить вот эти вот очки бесплатно, перейди прямо сейчас по ссылочке в описании, там есть телега. Это моя телега, брат, подпишись на нее, ты сделаешь мне реально очень большую услугу. Ну что же, также подпишись на мой YouTube канал, мало ли ты еще не подписан. Лайкосик, подписочка, комментарий, на телегу подпишись. Всем удачи, всем пока.